Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваши» информационная программа «Республика». В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. От слов к делу. 21 октября в Чувашии состоится открытие нового завода. Охрана экологии. Чебоксарский агрегатный завод обязали устранить нарушение закона об охране атмосферного воздуха. Не хуже, чем в ресторанах, журналистам показали и рассказали, чем питаются дети в школах и детских садах. Завтра в Чебоксарах откроется совместное с японской компанией Fujikura Automotive Europa производство многожильных кабелей для автомобилей Volkswagen. Этот инвестиционный проект имеет особое значение для экономики республики. Поэтому ход его реализации находился в зоне особого внимания главы Чувашии Михаила Игнатьева. Компания Fujikura Automotive – один из производителей волоконно-оптического электротехнического оборудования сварочных аппаратов. Годовой оборот – более 200 миллиардов рублей. Чувашия стала первым регионом в России, в который компания вложила такие большие инвестиции. Международные отношения Японии и Чувашии развиваются давно и успешно. В декабре 2010 года Михаил Игнатьев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Российской Федерации. На встрече обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества в сфере бизнеса. А спустя два года, в декабре 2012-го, Михаил Игнатьев принял участие в праздновании дня рождения императора Японии Акихито, которое организовало японское посольство в Москве. О том, что в Чувашии появится совместное предприятие, стало известно в апреле 2013 года. Тогда глава республики принял участие в японо-российском форуме «Поиск возможностей для более широкого сотрудничества». У наших народов есть похожие пословицы. Кто ест из одного котелка, становится ближе и роднее. Михаил Игнатьев и премьер-министр Японии Синдзо Абе обсудили перспективы сотрудничества и реализации совместных проектов на территории Чувашии. Итогом данных переговоров стало подписание соглашения в декабре 2014 года о реализации проекта размещения производства кабелей для автомобилей в Чебоксарах. Мы три года изучали различные варианты. Присматривались к Ульяновской области, Калуге, Московской области. Решение в пользу Чувашии было принято благодаря поддержке властей региона. Открытие совместного производства японской компании Fujikura Automotive Europe на территории Чувашии стало свидетельством эффективности работы органов власти по привлечению в республике иностранного капитала. Объем инвестиций в реализацию проекта Fujikura Automotive составил более 260 миллионов рублей. На предприятии планируется создать до 400 рабочих мест. Многие сотрудники прошли обучение в европейских филиалах компании Fujikura. Министерство экономического развития на своем сайте опубликовало список предприятий, которые имеют просроченную задолженность по выплате зарплаты более 3 месяцев. Это типография номер 1, инженерный центр и филиал киноэксперта. Эти предприятия задолжали своим работникам в общей сложности 16 миллионов рублей. Как будут решать проблему невыплаты зарплаты в республике, рассказал министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Сейчас в республике средняя заработная плата 20 800 рублей. В бюджетной сфере на предприятиях химической промышленности и электротехники она несколько выше. В машиностроении ниже. В среднем за год, по данным министерства, рост составит около 4%. Но все же на некоторых предприятиях сложилась неблагоприятная ситуация по выплате зарплат. У нас на 13 октября мы зафиксировали задолженность по заработной плате на уровне 16 миллионов рублей. Это у нас типография, есть там инженерный центр одной из коммерческих организаций, вот Кинокаскад. Типография находится в процедуре, ну, это компания, которая находится в процедуре банкротства наблюдения. То есть от реализации имущества заработная плата будет в полном объеме выплачена тем работникам, которые находились в тот момент на этих предприятиях. Задача вот до конца года всю эту задолженность погасить. Полностью погасили долги перед своими работниками сельхозпредприятия «Агрочайки» Урмарского района и «Промтрактор Вагон». Были проблемы на «Промтракторе Вагоне». Сейчас этот вопрос тоже решили, задолженность. Там, возможно, текущая она имеется, там месячная задолженность по заработной плате. Но просроченная задолженность для нас, вот самое главное, ее нет. То есть они тоже вот, в ближайшие месяцы, сентябрь-октябрь, они выплачивали, компенсировали поэтому. Но я опять же говорю, что, поймите, для предприятий очень важно сохранить сегодня. Они будут делать вот все возможное для того, чтобы выплатить зарплату, удержать его, состимулировать. Это время тяжелое, оно пройдет в любом случае. Они занимаются производством непрофильной продукции. Я имею в виду, что не вагоны. По данным министерства, снизилась задолженность по выплате зарплат и на Суоре.
Мы мониторим, и к нам спускаются сведения о просроченной задолженности, ну или вот на трехмесячной, если образуется, то мы принимаем меры сразу же. Я так понимаю, что были у СОР задержки по зарплате в течение месяца. Сейчас, насколько мне известно, задолженность она погашена частично. Частично задолженность она еще сохраняется, но компания предпринимает все попытки для того, чтобы ее ликвидировать. Я думаю, что до конца года эти все вопросы будут решены. Министерство экономического развития сейчас ежедневно мониторит ситуацию по выплатам зарплат на предприятиях республики. Под контролем каждое проблемное предприятие. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Глава Чувашии почти ежедневно в рабочем режиме встречается с руководителями предприятий республики. Сегодня в Доме правительства прошла встреча с управляющим директором компании «Химпром» Вячеславом Курсаковым. Предприятие по производству химической продукции работает стабильно даже в кризисный год. Новые технологии и современное оборудование позволяют не только производить нужную продукцию, но и сохранять экологическую безопасность. «Химпром» для нас, для республики вообще, это значимым предприятием является, потому что почти 40% химических товаров вы, произведя, реализовываете и продаете на экспорт. Налоги оплачиваете публично, удовлетворенным тем, что вы индексацию зарплаты сделали, несмотря на сложности, на где-то 10% примерно, да? 10,4, да. И количество рабочих стало больше на 90 человек, динамики в сравнении с прошлым годом. Это тоже значимый показатель, потому что все организации коммерческой деятельности сегодня проводят определенную оптимизацию, сокращают энное количество людей. Ну, это объективно, по сути дела, хотя мы уровень безработицы удерживаем сегодня меньше, чем 1%, 0,6-0,7%. Это нормальный показатель. Главу Чуваши интересовало создание производства по глифосату. Нужно ли оказать какое-либо содействие предприятию? По глифосату и перекиси на наблюдательном совете главной компании одобрено решение о начале проектирования глифосата, одобрено выделение 10 миллионов долларов на эту часть. И сегодня активная фаза, конец 2015 года и начало 2016 года, это выход на базовый проект для того, чтобы мы понимали более точно капекс проекта, понимали, какое оборудование, основные единицы вспомогательные необходимо будет закупить. Ответ на этот вопрос позволит нам выйти на поставщиков потенциальных, понять сроки изготовления и уже более детально, более взвешенно оценить предстоящие шаги на ближайшие 2-3 года. Сегодня же глава Чувашии встретился с генеральным директором компании «Чувашторгтехника» Наилем Хайрудиновым. Вот уже более 55 лет компания успешно работает на рынке торгово-технологического оборудования и по праву занимает лидирующее положение в этом сегменте. Накопленный опыт сервисного обслуживания позволил спроектировать и создать целую гамму теплового оборудования для общественного питания. Посмотрел ваши показатели, полагаю, что в этом году вы клуб коммерческих организаций миллиардников войдете по итогам года. Прибыль хорошую получаете, динамичнее, чем в прошлом году, несмотря на сложности, которые возникают в реальной экономике и в реальном производстве. Но в то же время хочу высказать еще раз слова благодарности за то, что наши повара, которые работают в наших детских общеобразовательных учреждениях, высказывают слова благодарности за те пару коллег автоматы, потому что мы модернизировали, сделали благое дело, чтобы дети наши питались качественным питанием. И ваше оборудование позволяет на сегодняшний день производить, одним словом, здоровое питание. Компания не стоит на месте и постоянно совершенствует свое производство. Ее оборудование продается не только в России, но и на рынке СНГ, Европы и Востока. Например, в Румынии пароконвектоматы, выпускаемые «Чувашторгтехникой», самые популярные. Предприятия находят все новые и новые рынки. Если по конечной точке на Дальний Восток мы дошли в Китай, Вьетнам, Монголия, остальные последние точки Китая, это контракт на 500 000 был, то сейчас все дальше и дальше в Африку уходим. Последняя точка, где мы поставляем наше оборудование, это Гана. Экспорт значительно увеличивается по сравнению с прошлым годом. Экспортный потенциал наращивается. Серия рабочих встреч продолжилась сегодня вечером. Глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил вопросы сотрудничества с начальником Горьковской железной дороги Анатолием Лисуном.
Анатолий Лисун отметил, у железной дороги непростые времена. И дело не только в уровне пассажиропотока, который по итогам 9 месяцев этого года снизился почти на 4,5%. Если говорить по работе железной дороги, у нас одна беда – объемы падают. Потому что мы прежде всего оказываем услуги, и если вы не будете производить, то нам возить нечего. Поэтому мое пожелание – больше производить продукции, чтобы была нам работа. Надо ограничить поток. Сейчас проехали по трассе, невозможно вас ехать. Надо поставить через 50 километров весы и всех штрафы брать. И отправлять на железную дорогу, на переведемся. Больше продукции производить в республике готовы. Нынешняя экономическая ситуация в стране и связанные с ней санкции многим местным производителям даже на руку. Санкции предъявлены, а мы начинаем это производить. Возможности наши предприятия начинают использовать. Также стороны обсудили вопросы компенсации расходов на пригородные пассажирские перевозки. Дело в том, что за проезд население платит меньше его фактической цены. Разницу перевозчику компенсируют из республиканской казны. В 2015 году эта сумма составит 72 миллиона рублей. Кроме того, в Чувашии для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы. Для компенсации этих затрат из казны потребуется выделить еще около 4 миллионов рублей. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Сергей Рябчиков. Республика. Ежедневно тысячи людей едут с утра на работу, а вечером домой. Кто-то на личном автомобиле, а кто-то на общественном транспорте. И очевидно, что чебоксарские дороги с таким количеством машин не справляются. Администрация Чебоксар нашла временное, но весьма эффективное решение такой серьезной проблемы, как пробки. Каждый автовладелец мечтает о шестиполосных проспектах, пустых перекрестках и зеленом свете светофора. Реальность же такова, что пробок и заторов избежать на сегодняшний день невозможно. Зато можно расширить перекрестки путем создания дополнительных полос. Сейчас работы идут на пересечении улицы Гагарина и Энгельса. Мы строим полосу разгона 50 метров, чтобы было удобно транспорту пересекать перекресток. Работаем с можно сказать, с колес, потому что поручение было выполнено и средства на эти работы были найдены неожиданно. Сам ремонт заканчивается практически, уже почти на всем протяжении уложен выравнивающий слой асфальта. Осталось уложить только ЧМА, асфальт, второй слой. Это один из самых оживленных перекрестков города. Чебоксарские автолюбители к временным неудобствам относятся с пониманием. Раз будут в дальнейшем какие-то улучшения, то есть приходится как бы терпеть. Это нормально. Надеюсь, пробки пропадут, скорость проезда этого перекрестка, надеюсь, увеличится. Буквально на днях закончились дорожные работы на пересечении проспекта Горького с улицы Эльгера. Здесь также появились разгонные полосы до и после проспекта. Теперь добираться в спальные микрорайоны города стало существенно легче. Екатерина Куприна, Республика. Они знают все секреты приготовления блюд и порой сочетают несочетаемое. Это о поварах. В этом году их международный профессиональный праздник проходит под девизом «Здоровые дети, здоровое будущее». Лучшие повара показывают кулинарные мастер-классы и рассказывают о здоровом питании. Чебоксары также принимают участие в этой акции. В одном из детских садов малыши сами готовили блюда. Что у них получилось, узнаем далее. Детская радость и фруктовая вкусняшка. Такие блюда сегодня готовили самые маленькие кулинары столичного детского сада номер 8. Все как у настоящих профессионалов. Строгий набор ингредиентов, специальная посуда и белоснежные поварские колпачки. Еще вчера малыши не знали, что такое кондитерский мешок и как правильно украшать блюда. А уже сегодня гордятся творениями собственных рук. Мне очень понравилось готовить. Готовить мне было легко. Я захотела стать поваром, потому что они самые лучшие. Помогали детям опытные мастера Республиканской ассоциации кулинаров. Конечно, до сложных десертов поварятам еще далеко, но самое главное – начало уже положено. Наши дети – это наше будущее. Здоровая пища – это наша здоровая нация. И начинается именно с детского садика, чтобы пропагандировать нашу профессию повара. И повар – это, знаете, высокое знание дела. Это будет показывать то, что он знает. И будет кормить вкусно, сытно. Этот мастер-класс можно назвать своеобразной профориентацией. И ничего, что обучающимся так мало лет. Заложенные в детстве навыки порой дают неожиданный результат.
Такие мастер-классы для детей очень интересны, потому что это профессионалы знакомят их со своим, с ремеслом своим, да, своего дела. Нашим детям настолько понравилось, столько эмоций было положительных. И я надеюсь, что кто-нибудь из них когда-нибудь будет профессиональным поваром и научит сверстников, да, родителей тем рецептам, которые они сегодня узнали. Акцент на этих рецептах, конечно же, будет сделан на здоровом питании. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Цены за питание в школах и детских садах могут вырасти только на уровне инфляции. Такое заявление сделал журналистам министр образования и молодежной политики Владимир Иванов. Сегодня в ведомстве рассказали и показали наглядно, насколько качественно питаются дети. Мои коллеги побывали в учебных заведениях Мариинского Посада и Новочебоксарска. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Вот уже 2 года в школе села Шоршилы за питание учеников отвечает индивидуальный предприниматель. Перемены, что называется, налицо. Раньше в столовой трудились только 2 человека, и они с трудом успевали обслужить всех ребят. Сейчас здесь работают 4 повара. Школьное меню стало более разнообразным. Сегодня на завтрак для учеников приготовили рисовую кашу и кисель. Стоимость питания, конечно, маленько она увеличилась, но... Высшее постановление главы администрации, стоимость не повышается. На сегодняшний день завтрак у нас стоит 16, не более 16 рублей, а комплексный обед не более 42 рублей. Мы стараемся, чтобы дети питались рационально, то есть соблюдая все вот эти требования, санитарные нормы, чтобы они питались, съедали все. Пообедать детям предлагают плотно за 42 рубля. Либо выбрать один из 2 бюджетных вариантов без салата и каши. В любом случае, говорят повара, ребята получат необходимое количество калорий. Блюда, приготовленные в столовой, детям приходится по вкусу. Тарелки пустеют на глазах. Коля очень вкусно кормит. Я люблю это кушать. Мои друзья тут все съедают. А ты? И я тоже тут все съедаю. Вообще в Чувашии плата за питание в школах колеблется. От 6 до 27 рублей за завтрак, от 12 до 48 рублей за обед. Разница в стоимости зависит от того, где учебное заведение закупает продукты. В ряде школ республики овощи выращивают и вовсе на собственных огородах. Это тоже сказывается на цене готовых блюд. Наша основная задача – это мониторить, смотреть, из чего складываются продукты, как выстраивается меню. И, конечно же, смотреть, чтобы цены не росли. Особая тема – детские сады. Здесь, к сожалению, мы проект тоже реализовывали, но темы, связанные с питанием, мы не смогли пока реализовать, потому что основная задача с детскими садами у нас была обеспечить доступность. И сегодня родительская плата тоже колеблется от 44 рублей до почти что 85-90 рублей в городах. За качеством блюд, которые готовятся в школах и детских садах, следят строго. Причем в некоторых учебных заведениях пробы с каши супов снимают родители. В детском саду Рябинка Мариинского Посада овощи и мясо стараются закупать напрямую у местных фермеров. Продукты приобретают впрок на осень и зиму. Работать с сельхозпроизводителями выгодно, отмечают заведующие садика. На сегодняшний день пока мы еще укладываемся в эту стоимость, потому что, в общем-то, цена на сегодня на овощи позволяет нам это делать. Дефицита продуктов в учебных заведениях пока не испытывают. Да и рацион стараются сделать разнообразным. В школах и детских садах республики ребята питаются качественными блюдами. Но у нас соблюдается 10-дневное меню каждую неделю. Получается колбаса, мясные продукты, куриные из филе курицы. Вот сегодня идут котлеты. Поджарку из филе курицы делаем. Выпечка у нас идет каждый день. Дети тоже очень любят выпечку. Особенно пиццу, сосиску в тесте, пирожки разнообразные. Диет питания у нас соблюдается. Оно стоит 39 рублей. Там, если детям даем котлеты, ну, как бы жареные, то в диет питания не только паровые. В регионе обращают внимание не только на качество блюд, но и на чем они готовятся. За последние годы было модернизировано более 100 школьных пищеблоков. Но эта работа продолжится и дальше, отметили в Министерстве образования республики. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. От качественного питания в школах во многом зависит, конечно, и успеваемость. Кугейский лицей включен в топ-200 лучших сельских школ страны. Лицей входит в рейтинги самых-самых почти каждый год. Как удается держать планку и быть в числе первых, узнали наши корреспонденты.
Лицей в поселке Кугесте всего 27 лет. Возраст для образовательного учреждения небольшой, но за это время удалось достичь немалых успехов. Это самая большая школа в Чебоксарском районе. Здесь учатся более 1000 детей из близлежащих сел и деревень, и даже из столицы Чувашии. Школьники активно участвуют во всех олимпиадах района и республики, а лучшие из них выступают на всероссийских и даже международных уровнях. Неудивительно, что некоторые ребята становятся стипендиатами главы республики. Я активно участвую в жизни лицея, активно выступаю на районных олимпиадах, республиканских, дистанционных, всероссийских, международных. И какой твой любимый предмет? Информатика. Потому что у меня больше душа к этому лежит. Мне это нравится, я этим сам занимаюсь свободное время уже и планирую с этим свою жизнь связать. Сельские лицеисты успевают не только учиться. Среди них есть и победители республиканских соревнований по легкой атлетике, призеры научно-практических конференций и участники школьной лиги КВН. Конечно, отличиться на фоне таких сверстников сложно, но Даше Александровой это удалось. Именно ей выпала возможность побывать в Артеке. Я занимаюсь творчеством, умею вышивать, шить игрушки, занимаюсь выжиганием по ткани, участвую во многих международных, всероссийских конкурсах. Также я отличница в учебе. Думаю, это тоже сыграло немаловажную роль. Творческие порывы и увлечения наукой учителя лицея поощряют и поддерживают. Коллектив педагогов разнообразный. Среди них есть и заслуженные, и совсем молодые преподаватели. По мнению директора школы Анжелы Григорьевой, именно совместные усилия учеников и учителей поддерживают репутацию лицея. Здесь учителя работают именно те, которые любят свою профессию, любят детей, которые помогают и стимулируют их творчество в различных направлениях. Кугейский лицей – инновационная образовательная площадка. Электронными журналами безналичной оплаты питания никого уже не удивишь. А вот классом робототехники могут похвастаться немногие. Единственная проблема – в начальных и средних классах ребятам приходится тесниться за партами. Количество желающих учиться здесь явно превосходит возможности здания. Но такая востребованность лишний раз подтверждает, что свое место в рейтингах лицей занимает по праву. Екатерина Куприна, Александр Петров, Республика. Прокуратура Калининского района столицы республики завела административные дела на руководство Чебоксарского агрегатного завода. После недавней проверки удалось выяснить, что предприятие нарушает законодательство об охране атмосферного воздуха. По правилам, на Чебоксарском агрегатном заводе должны быть установлены границы санитарных зон. Эти барьеры защищают жилые кварталы от шума, пыли и вредных выбросов. Согласно закону, предприятие обязано проводить исследования атмосферного воздуха и предотвращать попадание в него загрязняющих веществ. Правда, на агрегатном заводе эти работы проводились без согласованного проекта, отмечают в прокуратуре. До сегодняшнего дня данный проект не представлен в управлении Роспотребнадзора по Чувашской республике для утверждения и получения решения. По данному факту прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении и для рассмотрения направлено в управление Роспотребнадзора. В ходе проверки на агрегатном заводе выявили и другие нарушения закона. Один из литейных цехов предприятия работал без специальных разрешений на выброс вредных отходов в атмосферный воздух. Сейчас это административное дело рассматривают в Республиканском управлении Росприроднадзора. Принадлежащее агрегатному заводу литейное производство раньше арендовалось трактор-промлитом до 30 апреля текущего года. В настоящее время числится за агрегатным заводом. Прокуратурой района также внесено представление об устранении выявленных нарушений, а также в районный суд направлено исковое заявление для разрешения данного вопроса. Если завод не устранит нарушения в положенные сроки, то его руководителям грозят серьезные штрафы. Хотя, отмечают в прокуратуре, на предприятии уже начали работу над ошибками. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Республика. Проверки надзорных органов в ближайшем будущем ждут и столичные кафе, и столовые. Чебоксарскую сферу обслуживания совсем недавно проинспектировала телеведущая канала «Пятница» Елена Летучая. Ее программа «Ревизора» приобрела большую популярность среди зрителей. Некоторым столичным заведениям нечего было скрывать, и они прошли проверку. А вот в других было найдено немало нарушений. Летучая уехала, а проблемы остались. Передача показала, на каком уровне находится контроль услуг общественного питания в столице Чувашии. Как отметили в Министерстве экономического развития республики, в последние годы надзор несколько ослаб. Основная ответственность за качество и безопасность оказываемых услуг лежит на руководителях предприятий общественного питания. В ближайшее время управление Роспотребнадзора по Чувашии планирует провести ряд проверок.
Насколько мне еще известно, одно из предприятий, которые были установлены наибольшие недостатки, будет закрыто на ремонт, и руководство обещает привести качество услуг в соответствии с установленными нормами. Мы, конечно, в этой сфере работаем, да, работаем с руководителями, специалистами этой сферы, стараемся, чтобы они ответственно отнеслись, ежегодно проходили гигиеническое обучение. Но, к сожалению, без недостатков не бывает, но мы будем с ними бороться, работать дальше с руководителями предприятий. Удивление и даже шок в минувшие выходные испытали гости фестиваля чувашского и удмуртского андеграунда. Познакомить зрителей с современной городской культурой на одной площадке собрались художники, поэты и дизайнеры двух республик. Выставка картин и арт-объектов, национальные украшения, напитки и блюда. Все это создало у зрителей праздничное, совсем не осеннее настроение. Любовь к творчеству и родной культуре собрала людей совершенно разных возрастов и взглядов. Организатором фестиваля выступила дизайнер из Удмуртии, молодая и творческая Дарали. Имя по паспорту узнать не удалось. Идея пришла к ней этим летом во время пребывания в Чувашии в языковом летнем лагере «Хавал». У нас очень похожие проблемы. У нас постоянная вот эта вот... Как это сказать? Вот как будто бы национально должно только в деревне жить. Неправда. А удмурты приезжают в город, стушевываются, точно так же чуваши прячутся. Мы пытаемся на самом деле показать, что национальное может быть совершенно разноформатным и интересным. В такой творческой обстановке звучали известные стихотворения чувашских поэтов и новые имена удмуртских. Этническая музыкальная группа «Дукес» удивила живым исполнением сопровождения самодельной скрипки «Кубыс». Долгожданным моментом вечера стала презентация национальных костюмов. Чувашия показала красочную коллекцию в красно-желтых тонах. Наряды из Удмуртии были совсем иными. Дарали создает национальную одежду пред-а-порте. На мне удмуртская манистка. Девушки в Удмуртии носят это повседневно или на такие мероприятия, как сегодняшний вечер, выходят в театр. В Чувашии пока что такого нет. Хотя, конечно же, у нас чувашский национальный костюм – это произведение искусства само в себе. Поэтому мне бы, например, хотелось, чтобы мы просто были более в этом плане смелыми. Дружба молодых и творческих жителей двух республик не заканчивается. У организаторов фестиваля еще много новых планов и идей. Анастасия Алангина, Игорь Зверев, Республика. Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире Национального телевидения Чувашии.